Крис поднимется через 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1! Да начнется битва! Мой клинок никогда не закончится. Я меч, разящий из тени. Меня исцелили. Тебе не выжить. Начнем! Спасибо за эссенцию. Герои, преподнести эти достойный дар, чтобы заслужить мою милость. Я меч, разящий из тени. Серия убийств. Вы должны отступить. Доступны новые таланты. Итак, кто же соберет достаточно даров на этот раз? Я найду этому применение. Асендарай.
начнем! Удержим эту сторожевую башню. Исцелили. Битва. Устал от вашей возни. Лучше приподнимите мне дар. Получите мои милости. Косупцы новые таланты. Битва продолжается. Диск. Отличная работа. Я помогу вам, герой. Пусть враги познают мой гнев. Я и сам бы лучше не справился. Доступны новые крепость уничтожен. Тебе не нужно. Ну же, смирись. Довольно. Проклятия больше нет. Надеюсь, вы извлекли из него выгоду. Растящий порыв. О, вот это взрыв! Надо повторить на бис! С этим героем нужно разобраться. Покажем, что мы... Щепки разнесли! Моя душа стремится к гармонии. Отлично!
Сейчас прокатимся! Поднесите мне дар, или будете прокляты. Все просто. Доступны новые таланты. Пусть мой будет честным. Круто! Моя душа стремится к гармонии. Покажи, что можешь. Отлично. Мой клинок никогда не затупится. Дай мне купи! Я и сам бы лучше не справился. Несите мне дар, или будете прокляты. Все просто. Игрок. Это ты. Какая жалость.
Готовьтесь, их нужно захватить как можно быстрее. Захватите алтари во имя повелителя воронов. Такова моя воля. Меня утомила эта игра. Покончите с цитаделью подлечения. Тебе больше здесь не рады, повелитель воронов. Время почти пришло. Let's go.
скорее. Активируйте их. Знает мою мощь. Хватите алтари и покончите с могильщиком. Готовьтесь, герои. Займите эти алтари. Не разочаровывайте меня. Стреляйте по цитадели! Уничтожьте ее! Thank you.
Погодите, почему это было так просто? Тренировки не прошли даром. Час настал, герои. Захватите алтари во имя повелителя воронов. Приведет вас прямо в центр поля боя. Используйте его с умом. Что? Я тоже так могу! Я открыл свой туннель! Теперь моя, как и полагается. Лучший игрок.